Очередные учебные тренировки пожарной эвакуации провели в Ленске. На этот раз в офисе предприятия «Газпром Трансгаз Томск». Как прошла проверка навыков в следующем материале. Пожарно-тактические учения прошли в вахтово-жилом городке предприятия «Газпром Трансгаз Томск», который предназначен для проживания приезжающих специалистов, работающих на магистральном газопроводе. Жилой комплекс на 150 мест совсем недавно введен в эксплуатацию, поэтому пожарная тренировка стала для сотрудников предприятия первой. Это первый раз у нас, как объект сейчас начал работать, мы провели. Тем более в масштабах учений гарнизона, дежурный персонал как бы немножко волнуется. Но у нас разработана инструкция, она у нас утверждена, они все свои действия знают, с ними проводится обучение. Предварительно мы все это обговорили. Я участвовал в данной первой тренировке как опытный, для того, чтобы показать своим работникам, как правильно действовать. По легенде, было выбрано место предполагаемого пожара. Это номер люкс на втором этаже здания. Работники, обнаружившие пожар, запустили систему оповещения и сообщили в пожарную охрану. Около 2 минут потребовалось для эвакуации персонала. После эвакуации сотрудники предприятия до прибытия первых пожарных подразделений приступили к отработке действий по тушению пожара первичными средствами. Так действия своих коллег инженер пожарной безопасности оценил на 4 с натягом. Действия наших сотрудников, мы, конечно, готовились к этому мероприятию. Где-то на 4 можно с натягом, все ошибки мы учтем. Подоспевшие пожарные расчеты тщательно проверили здание и начали работу по тушению возгорания. На тушение пожара было задействовано 8 единиц техники, в том числе 31 человек личного состава. Данные учения проводятся для того, чтобы отработать все способы тушения пожаров. Также отработка привлечения сил и средств на данное тушение пожара. Также посмотреть работу добровольных пожарных дружин на данном объекте. По словам начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Вячеслава Бушула, все силы и средства отработали в штатном режиме. Оценка всем хорошо. Безопасность людей является основной задачей предприятия. Поэтому тренировки проводятся в разное время года и не только с привлечением сотрудников МЧС, но и самостоятельно составом предприятия под руководством инженера пожарной безопасности. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск.